Это Китай, детка. Дорогие друзья, всем привет. Очередная посылочка с Китая. Маленькая такая посылочка. Стоит она $1. И шла ко мне она 20 дней. Здесь огниво. Получается, скоро уже лето. Я летом люблю кататься на природу. И так подумал, для меня это будет прикольная вещь. Итак, распечатываем и смотрим. Вот такое вот огниво. И так вот только им не умею пользоваться. Сейчас попробуем первый раз все поубирать. Короче, вот так держим. Этим чиркаем. Летит искра. И можно подпалить бумагу. Какие-то искры летят. Так, бумага. Конечно, я думаю, такая бумага никак не загорится. Это нужно какие-то такие мелкие ворсинки, либо сухая солома, либо сухое листье. И тогда она загорится. Как по мне, какая-то фигня. Может, я что-то неправильно делаю? Искры даже не летят почти. Так, снял веревочку, чтобы она мне не мешала. Нашкребли порошка. И сейчас туда нужно искрой попасть. Не, так плохо. Да блин, неудобно. Это жесть. Короче, лучше просто обычную зажигалку купить. У меня уже пальцы болят. Чиркать. Ну, как видим, искра появляется. Вон, даже желтые пятна появились. Ох. Не знаю, ребята, это какое-то мучение. Но я хочу... Я, блядь, огонь добыл. Тухни! Блин, хату провонял. Фу. Тухни. Ну, короче, огонь добыть можно. Короче, кто захочет себе такое огниво, ссылка на продавца будет в описании. А я с вами прощаюсь, всем спасибо за внимание, всем пока. Пошел проветривать комнату.